Приветствую вас, у жены вашего брата есть определенные проблемы, определенные страхи, есть неуверенность в себе. Вот, у жены вашего брата. Вот, возможно, в ее семье есть проблема. Вот. В ее семье есть сложности какие-то, что заставляет ее думать, например, что она недостойна ребенка. Вот. Либо ребенок ее слишком сильно тяготит. Вот она. В глубине души она хотела бы, чтобы его не было у нее. Вот. Ну, потому что ей тяжело, например, с ним взаимодействовать, ну, сложнее взаимодействовать с ним. Ей. Вот. Но это, опять же, не точно, да. То есть, у этого могут быть свои причины, да. Вот. Причин может быть, на самом деле, очень много. Вот. Важно то, что чтобы жена вашего брата побольше отдыхала, побольше имела свободного времени, вот, своего свободного времени. И чтобы почаще они с братом, ну, куда-то, может быть, выбирались, когда проводили вместе время, ну, то есть вот что-то вот такое. Вот. Я думаю, что, ну, в принципе, на этом можно и закончить мой ответ, потому что больше где-то особо ничего не добавишь. Вот. Ну, связано это с тем, что сон вы писали очень коротко. Вот. Ну, я бы, наверное, знаете, я бы, наверное, еще просил бы у вас, вот, как вы отнеслись к этому, ну, к тому, что вашей родственнице приснился такой сон, вот. То есть, задело ли вас это, не задело ли вас это, как вы ко всему этому отнеслись, короче говоря. Вот, это очень важный момент. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. Удачи вам и успешного разрешения данной ситуации, не ссорьтесь со своими родными.